Хортон, как обстановка? Собираю последних людей и готовлюсь к отходу. Направляйся в район Лейквью. Приводи всех. Мы скоро уплывем отсюда. Ну, Билли, на бумаге затея хороша, но подозреваю, нацисты между нами и портом здорово нас задержат, точно. Спорим, я отвлеку их внимание. Следующая остановка. Лейквью. Нас тут зажали нацисты! Они загнали нас на крышу! Эй, Аня! Как называется это странное место? Мы на крыше жилой многоэтажки в Лейквью. Думаю, мы сможем чутка продержаться, но нацисты хлещут, как понос из жопы! Жуткий Билли! Мы встретились с твоими ребятами на крыше многоэтажки в Лейквью. Надеюсь, этот твой транспорт скоро придет, потому что нам долго не протянуть! Эй, пилотка! Ты там с нашей лодкой в круиз по тропику вымотала? Нас тут нацисты на части рвут! Фергюс, слышу тебя! Прости, мы задерживаемся, решаем проблему! Канализация.
так держать! Не сбавляй темпа, Аня! Если уж погибать, то с музыкой! Грейс! Нам нужна эвакуация! Ты, конечно, все равно пилотка, но ты самая чудесная пилотка из всех, что я видел. Фергюс, Аня, помогите людям подняться на борт. Биджей, садись за одно из орудий подлодки и прикрой. Бласковец, закажи свою задницу на крышу многоэтажки Лейквью и садись в подлодку. Наш радар заметил Аусмерцера. Он будет тут с минуты на минуту. Бегом!
Ласковец, мы взяли всех беженцев, но не можем уйти. Винты увязли в грязи. Мы сели на мель, к нам движется Аусмерцер. Если сейчас не успеем скрыться, все, нам жопа. По-моему, пора пальнуть из ядерной пушки. Фергюс, что ты имеешь в виду? Думаю, волна взрыва ядерной бомбы вытолкнет лодку в море. Это самый тупой план из всех, что я слышала. Сет? Ну, как известно, действие всегда равно противодействию. Ласковец, садись за ядерную пушку и бей на максимальную дальность. Надеюсь, этого расстояния хватит, чтобы нас не разорвало. Thank you.
Ласковец, быстрее! Беги! Ясно. Похоже, Аусмерцер потерял наш след. В перископе чистое небо. Теперь им командует фрау Энгель и ищет с его помощью террористов. А раньше Аусмерцер летал от города к городу, усмирял бунты. Если мы начнем рыпаться, сразу прилетит Аусмерцер и пресечет все быстрее, чем ты пукнуть успеешь.
Если мы хотим устроить революцию, надо первым делом устранить Аусмерцер. Устроим внезапную атаку. Захватим Аусмерцер и обратим против нацистов. Аусмерцер оснащен автоматической системой охраны Один. Я видел ее там. Придется взломать систему, найти коды от Одина и отключить эту хрень. Но эти сведения очень секретные. К ним имеет доступ только оберкоманда. Это вроде как стандартная атака на базу нацистов. Я просто ворвусь в оберкоманда и утащу сведения с их вычислительных аппаратов. Не вопрос. Только вот оберкоманда теперь находится на сраной Венере. Венере? С тех пор, как ты разнес оберкоманда в Розуэле гребаной ядерной бомбой, нацисты пытаются засунуть говно назад в жопу лошади. Чтобы спрятать оберкоманда, они перетащили его на другую, твою мать, планету. Все их начальство, все главные военные тайны теперь под замком на сверхсекретной базе на Венере. Венере! Но тебе точно не попасть на Венеру, золотце! Мне плевать, насколько крут твой арсенал и сколько у тебя людей. Хрена лысого ты продерешься через всю эту охрану. Да. При таком-то настрое. Но шанс все-таки есть. Через два дня в загадочной воздушной колонии на Венере пройдут финальные пробы на роль гнусного террориста Уильяма Жуткого Вилли Бласковица. Вот один из кандидатов на роль, актер Джулс Редфилд, берет себе обед с молочным коктейлем в своем любимом... Что ты придумала, Аня? Мы с Уильямом пойдем за коктейлями.